Mayo. And still we keep. Гости. Как вы понимаете, это победитель направления дизайн. Это Ольга Киселева. Ну и, конечно же, она пришла не одна. Она переживала, поэтому она пришла со своим куратором и наставником Анастасией Сахаровой. Здравствуйте, девочки! Привет всем, привет на НТВ. Мы с вами, наконец-то. Самое последнее, на сладенькое нас оставили, наверное. Вы на десерт, вы хедлайнеры фестиваля сегодня. Это не самое последнее, это самое лучшее, между прочим, на фестивале. Настя, знаю, что вырвали буквально с работы. Можно сначала у тебя спрошу, как у куратора данного направления, насколько было интересно в работе? Ну, я являюсь не куратором, я являюсь администратором этого проекта. Это все кардинально поменяло. Да, ну Оля Шмайлова сегодня не смогла прийти, поэтому поддержать Олю пришла я, как победительницу. Хотелось бы сказать, что у нас в направлении были в основном одни девушки. У нас, конечно, были парни, но они как-то отселись. Быстро убежали. Помаленьку, да. В общем, ну я не предполагала, конечно, что мы будем так варьировать сильно, что у нас будут работы, начиная от простого плаката и заканчивая вот дизайнерскими футболками. Было очень здорово. У нас была классная презентация в объединении с печатью, поэтому мы всем довольны. Я рада, девочки, я сразу же после презентации поздравила. И они даже изъявили свое желание участвовать у нас в следующем году. Так что у меня уже набралось опять. Вы высказалась буквально. Девочки, дизайн, как, я, наверное, сегодня у всех это спросила, ну как вот в направлении дизайн можно показать тему межкультурного диалога? Разобрались сами над рекламой, мне немножко рассказали, я поняла, как можно. Ну в дизайне что это? Ну, у нас была полная свобода творчества, что хотели, то и могли делать. Что хотели, то творили, да, оставили то детей есть, дома одних. Нам сказали любые материалы, что вы хотите, то и делайте. То есть ваши все идеи будут воплощены. Я просто вышла, ну, после сессии, шла по улице, там думала, что же сделать. Пришла домой, посидела, подумала и звоню Насте, говорю, Настя, а можно футболки сделать? Говорит, реально? Она такая, говорит, да, конечно, рисуй, посмотрим. Ну, было очень здорово, что Настя сразу меня поддержала, и я начала делать. Я начала делать футболки. Да. Как они выглядели, что отражали в себе? В общем, у меня 9 футболок на 3 темы. Одна тема — это дети, вторая тема — это надписи, там мы все вместе, каждая надпись есть на русском языке, ну, там они все в картинке, все в эскизе, вот, и третья — это национальности, русская, там африканка и мексиканец. Вот 3 футболки я рисовала сама, а 6 футболок печатались. И у меня была моя футболка на показе тоже, это медведи, серый, бурый и панда, тоже разные. То есть вот красивые медведи. Девочки, которые дефилировали в футболках, это были именно вы? И ваши футболки, да, Оль? Да, это были мои друзья, это я им очень благодарна за поддержку, за то, что они на протяжении всего этого времени были рядом со мной, они все время оценивали, все время помогали, что-то подсказывали, в общем, терпели меня все это время, вот, и они мне помогли на презентации, вот, мы устроили показ такой, как бы, дебютантов, то есть многие девочки и мальчики, они впервые выходили на подиум, такой у нас был импровизированный. Вот, они мне очень помогли, я им очень благодарна. Сегодня день благодарности и передавания приветов, дорогие друзья. Девочки, вот подошел к концу такой очень большой проект, очень большой фестиваль. Что больше ощущаете сейчас? Радость, усталость, может быть, печаль от того, что ну, вот, все закончилось? Больше не будем в таком объеме друг с другом видеться. Мне очень нравится, что все друг на друга сразу начинают смотреть. Какие эмоции? Какие у вас личные эмоции?
Ну, я, допустим, очень рада, что я познакомилась именно с теми девочками, которые стали победительницами, которые... Именно с победительницами познакомилась Рада, Настя? В особенности, да, потому что они могли мне позвонить и в 2 часа ночи, спросить, можно мне рисовать футболки или нельзя. То есть я спокойно на это реагировала, то есть у нас была очень дружная такая, как ты говоришь, бабская компания. Мы были очень все сплочены, мы сидели в офисе часов до 10, до пол 11. Все мне рассказывай, сегодня все тайны открыли проект. Да, то есть Оля Шумайлова с нами прям зависала, я даже знаю, Оля ходила к ней в гости, они там сидели, рисовали. То есть все было очень классно, мне кажется, для Оли это тоже большой опыт. То есть она не дизайнер, она на дизайнера не учится. То есть она вот решила, сделала, получилось и выиграла iPad. Я ей еще раз поздравляю. Пользуюсь уникальной возможностью. Ну, мне очень тоже было интересно, правда, потому что я не учусь на дизайнера, ни на худграфе, ни в строительном институте. Как можно не учась нигде? Это талант, наверное, какой-то врожденный, ну, Оль? Ну, возможно. Я всегда любила рисовать, я закончила художественную школу. Еще. Все-таки где-то было образование. Да, я в 9 классе, в далеком 9 классе я закончила художественную школу. Потом как-то не рисовала, так по мелочи делала, какие-то проекты были. Я, ну, работала, мы делали стенд первому лицею, то есть, ну, какие-то мелочи. Вот, а потом я увидела такое, что есть проект, и решила поучаствовать. Мне это было очень интересно, я безумно рада. Ну, как судьба была поучаствовать, я не знаю даже, потому что случайно узнала, случайно пошла, на вторую встречу опоздала. То есть все. Главное, что ты пришла в итоге и все-таки в итоге победила. Девочки, вам огромное спасибо за то, что вы не только участвовали в проекте, за то, что вы были сегодня в эфире в нашем хедлайнерами. Такая жирная точка, несмотря на то, что вы две миниатюрные девушки. Пожелание нашим онлайнерам. Будь в сети, смотри мое ТВ. Комментируй ВКонтакте. Мое ТВ. Ставь лайки в Фейсбуке. Следуй за нами в Твиттер. Смотри на мой портал. Будь в сети.